Чего бы вы хотели от жизни? Ну, я бы хотела, чтобы я по итогу была счастливая на своем месте, в своем доме, на своей любимой работе, своим любимым человеком. Ну, просто женского счастья. Это, наверное, самое главное. Чего бы вы хотели от жизни? Ну, наверное, больше всего самореализации в этом мире, в этом обществе. И, наверное, поддержка от любимых и счастье, как для любого человека. От жизни я бы хотела, чтобы все мои планы, которые я построю, исполнялись. Стабильности. Комфорта, наверное. Ну, счастье, наверное. И творчество. Ну, в первую очередь, это создать хорошую семью, достаток, счастливо жить, дети, хорошо наши. Быть счастливой, наверное. Ну, добиться хорошей жизни, карьеры, ну, семьи. Ну, это на втором плане, как бы. Сейчас пока карьера, деньги. Ну, это то, что пока есть приоритетом в жизни. Ага. Не знаю, здоровье для своего ребенка, счастливой жизни, простого женского счастья. Я хочу самореализации. Я хочу достичь цели, которую поставила себе, и я надеюсь, у меня это получится. Успешной работы, хорошего молодого человека, здоровья, чтобы все хорошо было. Уверенности, стабильности, легкости, наверное. Хорошо, найти себе хорошую работу, мужа хорошего, детей, работу. Ну, наверное, в первую очередь, наверное, хорошего мужа, заботливого, ну, своих детей, наверное. Я хотела, чтобы жизнь была относилась ко мне так же, как и я к ней. Я жизнелюбивый человек, поэтому я хочу, чтобы я отдавала мне жизнь тем же. Счастье.